начал заниматься с карате киокушин, ну, начал заниматься в детской секции. А потом затянуло, как бы, видел по телевизору много турниров по смешанным единоборствам, и захотелось попробовать себя. В международных лигах. Первый мой бой состоялся, это было 17 лет. Там одержал свою первую победу, и так пошло. С тех пор как бы провел массу профессиональных боев. На данный момент рекорд у меня является 11 побед, 4 поражения. Выступал по всей России, по Украине. Последний свой бой провел в Нальчике, в Кабардино-Балкарии. Тоже одержал победу.